Бывшему сотруднику Министерства финансов Владимиру Бельскому вынесен приговор судом партизанского района Минска. 6 лет колонии усиленного режима и конфискации имущества. Удалось доказать, что в 2011-м чиновник в качестве взятки получил автомобиль Toyota Hilux и безлимитную карту на горючее. Такой подарок мужчине предоставили в качестве помощи. Нужно было пролоббировать интересы одной компании по производству акриловых ванн, поставки которых должны были осуществляться на стройке столицы. Все это время компания зарабатывала не качеством своей продукции, а взятками, которые и брал коррумпированный начальник управления. Коррупционер извлекал для себя выгоду из любой сферы, к которой имел отношение. Например, за ускорение производства оплаты за деятельность уже другого предприятия он получил от директора той фирмы доломитовой муки более 2300 килограмм. Пока 2 года шло следствие, все это время подсудимый находился за решеткой. В качестве заключенного экс-чиновник проведет в тюрьме еще 4 года.